Игорь Петрович, прежде всего, как у нас обстоят дела с выборным процессом? Может быть, мое вмешательство нужно? Может быть, какие-то есть недостатки, просьбы и так далее? По кадровым вопросам, какова у нас обстановка? У нас несколько вакансий, только что я переговорил с Хаджаевым. Полагаю, что это будет неплохой министр. Надо будет завтра его представить коллективу. Я подписал указ о его назначении, поэтому подумайте, как это сделать, чтобы премьер-министр представил его и поставил задачи, которые должны быть обозначены перед министерством. Ну и другие вопросы, которые вы хотели обозначить передо мной.